Ричард рассказал мне, что ему нужно было связывать чудовищную жестокость с сексом, чтобы получить полное удовольствие. Он также говорил мне, что ему нужно было придумать жестокие фантазии про своих жертв. Есть такие желания, что если я им не поддамся, то они меня уничтожат. Это дело каждого человека и мое дело.